Вначале гормон роста, не усваивается этот гормон роста. И так потихоньку, так сказать, отставая в росте, в развитии, мы и жили. Вот. Но как ни странно, мы выжили и чего-то добились. Ну вот Зина умеет читать, писать. Вот. Иван, правда, тоже начинал читать. Но у него появились ярко выраженные эпилептические приступы, и они очень затормозили развитие. Вначале мы вместе с мужем, пока он с нами жил, мы их возили в Москву, мы их тащили обязательно на Красную площадь и говорили, что вот это собор, вот это Кремль. Все давали трогать, везде лазить. Может, поэтому Зина сейчас такая вот самостоятельность, она везде сама, везде во всем, это мое дело. Все, не поспоришь. На проезжем шоке и помощь людям. Помощь людям? А кому? 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 Беженцам, которые бежали из Украины, и мамы с маленькими детьми. И беременным, которым тяжело. Они убегают от насилия. Попадаются такие мужья, которые обижают свои беременные жены. Когда мы приходим, мы их принимаем. Они бесплатные, а я деньги выдаю.